Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. И мы сегодня в BMG Drive тестируем тест, вам автомобильчик. Ну, мы тестируем на такой штуке, сейчас я покажу. Вот она, вот эта штучка. Что это такая за приблуда? Я вам сейчас покажу, что это такое интересное. Вот оно устройство, как оно работает. Поднимается вот так вот и выстреливает. Короче, автомобилем. Ну, сюда нужно на машинку поставить. Сейчас попробуем. Попробуем. Так, куда ты поехала? Так, Тесла. Тесла, мы тебя тестируем сегодня. Тестируем Теслу. Сейчас мы заедем на вот этот механизм адовый. Так, ты будешь заезжать или нет? Так, давай. Назад немножко и вперед. Давай, давай, заезжаем. О! Блин, врезался уже, да? А, нормально все, давай, поехали. А! Да ё-моё! Ты чего там застрял? Так, сейчас сделаем по-другому. Отъедем сюда. Сейчас попробуем заехать еще раз. Да ё-моё, куда я там врезаюсь сегодня? Ладно. Короче, здесь, если он не хочет заезжать, то заедем с другой стороны. Вот с этой стороны заедем. Столько врагов. Кто эту карту вообще строил? У меня Тесла. Она низкий у нее. Она занижена. Она не может здесь проехать даже. Вот тебе и Тесла. Автомобильчик. Ладно, сейчас мы сюда заедем аккуратненько. Все. Аккуратненько сейчас будем заезжать на эту платформу. Оп. Ну, давай, 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 давай. И чё? Она застряла, смотри. Колеса задние поднялись. Да. А чё она у меня? Всё, что ли? Ну ладно, будем так, ребята, тестировать. С такой штукой. Не знаю, получится или нет, давай попробуем. А ну, давай, поехали. И всё? Это на всё, что ты способна? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фигня какая-то. Какая-то фигня, ребята. Так, сделаем инсертом. Отъедем машинкой сюда. Во. Короче, нам нужно будет заехать быстро. Так, давай остановимся. Так, эту приблуду мы ставим назад. Давай, скатывайся, как тебе назад поместить. Все, поместили мы назад. И машинкой сейчас будем заезжать. Заезжаем тесточкой, только быстро. На скорости. Оп, ох ты, ё-моё. Давай, давай. Ну, еще, давай еще немножко. Опять застряли? Ладно, сейчас по-другому сделаем. Да не знаю, кто вообще так все сделал узенько. Либо мы криворукие. Да что такое? Вообще не понял. Так, давай, назад еще раз. Назад отъедем. Что ж такое, мы не можем заехать, а? Так, все, харе, харе, все, подъезжаем. Потихонечку камера, видишь, сама наводится. А, ну потому что она криво вообще тут стоит. Нет. Ну, знаешь, как будто, знаешь, прозрачная стена какая-то. Ну ладно, давай. Поехали. Ой, ну по идее она должна так толкнуть машинку. И назад возвратиться, понял? Только у нас как-то не получается. Это все сделать сразу. Ладно, сейчас поедем сюда. Еще раз попробуем. Видишь, я не знаю, за что она тут цепляется. Ну, короче, не получается у нас заехать. Либо мы вот эту шайтан-машину, ребята, в другом месте будем ставить, я не знаю. По идее, она должна ее машинку выталкивать, точно. О, нифига! Она разбила... разбила Теслу. Все. Тесла у нас вообще конкретно что-то пострадала. Пострадала машинка Тесла. Ладно, сделаем по-другому. Просто погоняем на машинке. Просто погоняем. Посмотрим, что это за трасса. Изучим эту трассу. Ну, вроде бы, это просто прямая дорога, ребята. Ничего интересного нет. Сейчас посмотрим. Ух ты, ё-моё, ух ты, чё это за кочки тут? Аккуратно.
Так, тесточка, давай. Эх, а, тут резкий поворот, смотри. Офигеть, перекресток такой. Так, притормозили. Ну, не вписались, конечно, да ладно. Сейчас попробуем на большой скорости. Поедем. Нужно, короче, эту трассу нам, ребята, протестировать. Что вообще здесь? Какие можно трюки делать? Еще там чего интересного? Ого! Ой-о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 й
Я не понял, как мы перевернулись. Ну да ладно. Так, восстанавливаю машинку. И давайте поедем дальше. По трассе. Посмотрим. Да ё-моё, ещё за куст. Куст какой-то стоит. Всё, поехали, сейчас будем смотреть. Дальше. Трассу. Но здесь получается как? Дорога получается вверх-вниз, неровная. Ну, интересно. Сейчас мы что-нибудь протестируем. Ой-ой-ой-ой, что-то мне не нравится, подожди. Стоп. Включим фары. Так, сигналочка работает. Все, поехали. Поехали, протестируем, посмотрим вообще эту трассу. Да, дорога неровная. Если здесь на большой скорости ехать, то можно... Ну, это какая-то проселочная деревня, как будто, знаешь, едешь. Ну, а кто здесь асфальт ложил, я вообще не понимаю. Кто здесь клал асфальт? Очень-очень некачественно. Асфальт положен. Мне даже жалко машинку здесь вот так вот ехать. А здесь трасса заканчивается, да? Заканчивается трасса, либо начинается. Давайте, ну, как будто начинается трасса. Хорошо. Ну, если вот так вот в реальности ездить, то... Капец. Я даже ускориться не могу, я не знаю почему. Давайте попробуем ускориться. Дорога прям вообще... Неровная. Ой-ой-ой. Так, что у нас там? Передний бампер разбили. Да, конкретно причем. Фара одна не горит уже. Но сейчас более-менее, когда ровная будет трасса, мы будем ускоряться. Посмотрим, сколько мы здесь... Какую скорость мы... Разобьем. Вот, пошло потихонечку. Более-менее ровная трасса начинается. А, нифига. Ладно, поехали. Да когда же уже ровная трасса начнется? Что за одни... Бугорки. Одни сплошные бугорки, ребята. О-о-о. Ёлки-палки, чё у нас там? Вообще капец. Машинки. Еще у нас ехала с дороги. Чё у нас? О-о-о, нифига. Ладно, а здесь, смотри, вообще покрытие в ямах. Так, мне нужно восстановить машинку. Это где-то на просторах Сибири. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, где-то в Россиюшке, это точно. Такие дороги. Да, давай, ну, я не знаю, смогу я здесь, я даже не могу, почему-то не могу даже ускориться. Вообще, вот машинка новенькая, да, получается. Ну, она, у нее, видишь, заниженная она. Поэтому ей тяжело разгоняться. Ну, сделали бы прямую трассу, знаешь, а потом после 500 метров... Ой-ой-ой-ой, такие вот колдобины. Ну нет, дорога вся такая. Мне кажется, проще здесь вот по лесу поехать. Давайте вот здесь через лес поедем. Мне кажется, тут даже мы... Быстрее будем ехать, реально, смотри, мы в лесу быстрее едем, чем на дороге. Офигеть. Сейчас куда-нибудь уедем. Сейчас куда-нибудь, ребята, мы уедем, посмотрим, большая ли карта здесь или нет. Ох-о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 х
Да, не, нормально все. Ну, даже я бы не сказал, что нормально все. Уже не едем, уже очень тяжело едем. Давайте восстановимся. Так, все, восстановились. Теперь можем продолжить поездочку нашу на Тесле. О, прям сейчас в дерево шмякнемся, я даже знаю какое. Вот в это. А ну-ка, давайте замедлим. О, искры даже пошли. Все? Нифига, дерево аж качнуло. Дерево качается, прикинь. Офигеть, это мы дерево качаем. А ну-ка. Все, машинка. Двигатель не заводится, капец. Конечно, мы как трясанули этот движок-то. А ну-ка, подожди. Так, вот так сделаем. О! Да, все, приплыли мы, короче. То бишь, приехали. Все, двигатель у нас сломан. Да, ну, конечно, нифига такой удар-то пришелся. Все, смеялось. Да, машинки наши крындец, ребятушки. Ну, как-то так. Ну ладно, будем заканчивать эту серию. Протестировали машинку. Если понравился ролик, то ставь лайк и подписывайся на канал. И, конечно же, мы будем тестировать и дальше машинки. Вот смотри, какой большой лес. Ну, трасса не очень, не очень. Надо будет другую карту скачать. Какую-нибудь поинтереснее. И мы, ребята, снимем ролик завтра новенький. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.